Привет-привет, ребятки, и посмотрите, что это у нас за прикольная игра такая. Сейчас мы будем тут суперски развлекаться прямо на вот этом вот агрегате. Ну что, поехали! Давайте-давайте! Ой, почему так слабо эти бутылочки сработали? Почему мы еле катимся? Так, нет, ребят, так дело не пойдет. Давайте их вообще уберем отсюда. И зайдем вот сюда, да? Вот так вот, все теперь склеим. И давайте. Что мы сделаем? Я хочу ускорялочку какую-то. Давайте поставим синие вот эти вот ракеты. Вот, а ну-ка сними теперь. О, смотрите, как мы мощно поехали. Используем. Вау, смотрите, как мы просто разгоняемся. Вот это суперскорость с нашими шариками. Так. Ну, я хочу куда-то уже, чтобы мы доехали. Экс. Бэмс. Ну, давайте на гору, чем мы не поедем. А, все, ребятки, мы тут застряли. Поэтому давайте повыкидываем их и сделаем тут. Где тут? Вот эти штуки. Так, раз. Так, они же так не будут работать, да? Хотя можно попробовать ставить их. Так, что-то слабенько пока что. А если мы их подальше друг от друга расположим? Так, ну вот, хотя бы так, да? И здесь вместо колес мы тоже поставим вот эти штучки. Так. Так, вот так. Вместо этих колес мы установим вот эти вот. Отлично. Давайте их вот так вот вообще полностью. Ну-ка, что у нас получится из этого? Так, лететь мы не летим. Так. У-ху, смотрите, мы все включили. Ну, хорошо, давайте поставим сюда шарики. О, нет, они тут порвутся. Не, ребятки, так здесь порвутся. Ну. Не хватает силы для наших шариков. Хорошо, тогда уберем один пропеллер. И поставим их вот сюда. Вот так. А ну-ка теперь. Ну, давай, подрывайся, ну что ж ты. Может, нам надо усилить попробовать. Так, окей. Давай, ну же. Так, ну вот, мы уже почти летим. Ладно, ребятки, давайте лучше попроходим. Лучше мы уж с вами займемся прохождением. Мне кажется, это тоже будет очень интересно и весело. И давайте-ка все-таки это сделаем. Так, что у нас тут? Книжечка. Ага, ну все понятно пока что. Так, установим наши три блока. И к ним вот так вот сюда и шарики запихнем. Что, тут нельзя что ли использовать? А мы тогда склеим. Поехали. Так. Во-ху! А у нас-то склеена эта штучка, ничего с ней не случится. Ту-дум-ти-дум-ти-дум. Погнали дальше. Что у нас тут дальше будет за уровень? Интересненько. О, тут уже побольше блоков. Так. Это у нас штука как работает, мне бы понять. Так, отлично. Ва-ху! Есть! Ну, тоже такой неплохой способ. Так, только почему... Почему две звездочки? Так. Странненько. Возможно, тут надо очень быстро действовать. Давайте. И сейчас. Раз, два...
Три! Есть! Получилось все-таки на этот раз три звездочки. Так. Угу. Угу. Хорошо, то есть нам нужно будет толкаться точно туда вначале. Вот так. Так, сюда, ну-ка, ставься. И все, поехали. Поехали, поехали, быстрее качай нашу повозку. Так. Так, теперь сюда. Аккуратно. Все, что ли? Погодите. Так, мы тут что-то открыли интересное. А если я хотел, например, это же сделать только... Так, что тут у нас? Так, а ну-ка, ремонтник. Так, на Б, а почему на Б? Так, а ну-ка, построй мне классно вообще. Что? Это будет на А? Ну-ка. А, ну это на время, нам же все равно так не надо было собирать. Хотя, просто покатить шарика, ну это, конечно, такое себе. Ну хорошо, давайте продолжим уже дальше. Продолжим уже дальше. Так, у нас есть 4 вот этих штуки. Что? И что вы предлагаете? Так, это единственный способ, что ли, верный? Так. Вау! Вау! Вот это у нас шарик подскакивал. Да, почему не 3 звездочки? Эй вы, где мои 3 звездочки? Так. И... Эй! А как тогда проходить здесь, чтоб на 3 было? Непонятненько. Сюдой? Давайте попробуем так. И теперь... Отлично! Вот теперь уже точно 3. Здорово. Так, что у нас теперь тут? Ух ты, пропеллер нужно построить. Давайте сделаем усиленный двигатель. Так, нет, ну не так же. Вот так. Вот так. Что, одно колесо? Что-то, ребята, оно не тянет его. Так, стоп, мне кажется, мы неправильно построечку нашу сделали. А-а-а, все понятно. Вот, сейчас поедем. Подождите, только давайте усиление сделаем. Так. Угу. А второй ящик? Кто будет собирать, а? Второй ящичек нужно, ребята, собирать. Так, 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 так. Хорошо. Поехали за вторым ящичком. Чем мы так медленно едем? Вот, чтоб все притягивалось к нам. Так. Так. Все, поломалась наша конструкция. Эй. Эй. Так. Так. Поехали, поехали, поехали. У-ху. Отлично, ну теперь должны быть 3 звездочки. Что? А где он был? Подождите, где он был? Странно. И как нам его забрать?
А, мы можем скатиться потом. Сейчас я покажу. Сейчас. Так, сейчас мы выключим эту штуку. Все, и теперь поехали. Так, сейчас мы, думаю, докатимся тут сами. Ну, давай, быстрее. Катись, шарик. Так. Ба-бам! Отлично, ребят, у нас так получилось. И у нас все звездочки. Вот такая у нас получилась серия. Так что ставьте лайки, подписывайтесь, комментируйте обязательно. И до встречи в новых сериях. Пока-пока.